Чтобы очень смешно. Что это так нормально все? Это кровь людей, которые пишут такие комментарии. Ой, я недавно так смеялась, читала про то, как столбы забора поправили. И как там мужики в комментариях срались насчет того, чем изолировать бетон под заливание столбиков забора. Там целая ветка, комментариев 50, наверное. Как они там друг с другом, вообще это ужас. Я думаю, вот у вас много времени свободного. Отвечает на комменты в интернете. Так такие комменты, вот такие, веришь? И все, что там так аргументировано, ну просто. Их бы вот эту энергию, да в благое русло было бы вообще. Да, кстати, я тоже не понимаю, когда он тут. Там же вообще иногда бывает такое, что такие там комменты, люди прям... От злости их разрывают просто. Да, самое интересное, то есть, ну как бы, как они попадают туда, вот я не понимаю. Вот то, что меня бесит, я на это не смотрю. Но это же глупо смотреть на то, что тебя бесит. Это же мазохизм какой-то, правда? Ну так вот. Человеческая суть. Может, человек умеет и выговориться. Он такой. Yep, so.